Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ленечка, а когда тебя ждать? А я откуда знаю? На рыбку еду Израилевну звать? Лида, я еще ничего не поймал. Лида, ты меня позови. Яшка, ты не облезешь. Ох, идить колотить. Ленечка, а что случилось? Ленечка, что ты молчишь? Ты там живой? Да живой я, живой. Милицию вызывай. Да, рыбалка отменяется. Что ж ты тут, девонька, делала в подворотне-то, а? А кто сообщил? Так это муж мой милицию вызвал. Лида. Что? Да, это я. Жалко девочку. Красивая, надухаренная, одета дорого, не на зарплату. А вы ее знаете? Она с вашего дома? Нет, у нас такая не живет. Мы своих всех знаем, не наших. Ну что, Игорек, рассказывай. Убитая получила 2 удара ножом в область грудной клетки. Время смерти приблизительно 8 часов назад. В кошельке 12 рублей. Золотые сережки и кольцо не сняли. Значит, версию ограбления мы исключаем сразу. Взгляните. А что это? Духи. Хорошие. СТ. Дорогие, наверное. Наверное. 2 июня 1971 года в Одессе на улице Осипова Леонид Зильберов в 4:30 утра обнаружил возле своего дома труп незнакомой девушки и сразу же вызвал милицию. На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем прокуратуры Нестором Ивановичем Головиным. Убитая 25-летняя уроженка Одессы Олеся Витальевна Бабич, сотрудница отдела переводов морского порта. Девушка была хорошо одета, импортный плащ, итальянские туфли и никаких следов ограбления. Толя! Да? Отпускай людей. Добро. Все, спасибо, вы можете быть свободны. Пародию убийства нашли? Никак нет, мистер Иванович. Осмотрел все и даже в мусорку залазил. Ничего. Ну что, поехали к ней на работу? В порт? Добро, мистер Иванович, поехали. Других вариантов все равно пока нету. Ребят, заканчивайте здесь. Олеся вчера пораньше ушла, а я еще у нее спрашиваю. У тебя что, свидание намечается? А она так буркнула, мол, не твое дело. Ой, вообще-то она и мне ничего не сказала. Ну, а почему она должна была вам что-то говорить? Так как Катя с ее братом встречается. Я в состоянии ответить сама. Да, я встречаюсь с ее братом. Вы нам и нужны. А вы с погибшей близко общались? Мы общались, но я не могу назвать это общение близким. Возможно, разница в возрасте играет роль. Я на 7 лет старше. Как вы понимаете, общих интересов особо нет. К тому же, вы знаете, она была замкнутым человеком. Это точно. Олеся сама себе на уме. Ну,
была. Скажите, а у нее парень был? Да, был, но он в море, и она его ждала. Ждала? Да она с каким-то старичком шуры-муры крутила. Да что ты несешь? Да я своими глазами видела. А вот тут, будьте добры, поподробнее. Неделю назад я в универмаг бегала. Там японские шарфики выкинули. Секретарша Нина очень хотела купить японский шарфик, но переживала, что к тому времени, пока она добежит до универмага, шарфики могут закончиться. Поэтому решила сократить путь и пойти дворами. Это было великолепно. Ты самая лучшая. Владислав Сергеевич, спасибо. Олеся, постой! Вот забыл. Это тоже тебе. Спасибо. И когда ты все успеваешь работать и сплетничать? А как выглядел этот мужчина? Дяденька этот? Ну да. Да такой же, как вы, старенький. Вот спасибо. Пожалуйста. Ой. И с иголочки так одет, и в ватнике импортном, за рублей 100 точно. В 70-е ватник – обязательная часть повседневного гардероба советского модника. Как правило, это трикотажная рубаха с погонами, карманами на груди и застежкой на планке. Самый писк, как тогда говорили, иметь ватник на кнопках. Розовые, желтые, оранжевые, благородные темно-синие с разнообразным цветастым орнаментом ватники в СССР полюбились и женщинам, и мужчинам. Ватники в то время страшный дефицит. Их импортировали из стран социалистического лагеря, в основном из Польши и ГДР. Если в больших городах их можно было купить в крупных универмагах, то в провинции только у спекулянтов втридорога. В рознице стоили около 15 рублей, у фарцовщиков в 2-3 раза дороже. Хорошо, адрес убитой можно? Да, пишите. Переулок Шевкуненко, дом 7, квартира 12. Спасибо. А вы, гражданочка, за растениями ухаживайте. А то я вам штраф выпишу. Пошли, Толя. Не, ну ты видел? Старенький. В квартире Олеси Бабич сыщики обнаружили следы присутствия гостя. На столе стояли две чашки с остатками кофе, открытая коробка конфет, в пепельнице окурки сигарет двух разных марок. В Одессе по улице Осипова ранним утром случайный прохожий обнаружил труп сотрудницы отдела перевода морского порта Олеси Бабич. Девушке нанесли 2 ножевых ранения. Все ценные вещи убитой на месте. Сотрудницы Бабич сообщили, девушка в день своей смерти ушла с работы рано, ничего не объяснила. Жених Олеси был в рейсе. В это время Бабич видели в компании пожилого мужчины. Квартиру убитой осмотрели. В комнате на столе стояли 2 чашки с остатками кофе и окурки разных марок. Значит, незадолго до смерти к девушке приходил гость. Нестор Иванович, а ну взгляните. Что там? В тетради имелась запись следующего характера. Хайдеггер, 64 страницы, дата сдачи перевода 20 мая, 25 рублей. Клёпа, 32 рубля. Расплатился. Интересно, интересно. А тут еще интереснее. Гляньте. Ёк-макарёк. Лемот, Сан-Франциско, Нью-Йорк Таймс. Да. Что ж ты за девушка такая, Олеся? Что тут думать, Толя? Все сходится. Настоящая Мата Хари. Че? Шпионка такая. Мата Хари. Шпионка? Я поддерживаю.
По всем признакам. Девушка была одета во все фирменное, по характеру скрытное. Работает в порту, а значит, имеет связь с иностранцами. Дома хранит запрещенную литературу на английском языке. Ну и сверху повидло. Вот эти западные журналы. Ё-моё. Лайф. Всё лайф. Так что, думаете, действительно шпионка? Фортуна. Тайм. Ой, ребят, лучше бы это оказалось неправдой. Нестор Иванович Головин колебался. Он понимал, если Олеся действительно имеет отношение к разведке, он будет вынужден передать дело другому ведомству. Но пока все признаки были косвенными, и озвучить кому-то шпионскую версию вызвать насмешки. Девушка была убита. Вот это преступление и надо было раскрывать. А когда это было? Вчера. Часов в 6. Нестор Иванович. Оу. Тут вот соседка кое-что видела. Ага. Здравствуйте, гражданочка. Здравствуйте. Ну, рассказывайте. Вчера Олеся возвращалась домой. Так. А у подъезда ее ждал какой-то старый хрыч. Ага. На машине. А марку машины запомнили? Ну, а как же. Новая «Волга» серого цвета. Номер 1902. Во как. В этот год мой муж родился. А, понятно. Так вот, идет Олеся. Олеся, Олеся, подожди. Да подожди, я тебе сейчас все объясню. Уберите руки, я не хочу с вами разговаривать. Олеся, ну ты как маленькая, мы же взрослые люди. Мне решать, спать или не спать. Соседка видела, как мужчина вошел в подъезд за Олесей. Через час они вышли вместе. И этот старый хрыч повез куда-то Олесю. Понятно. Ну, а этому старому хрычу сколько лет? 70, 80? Ну, нет, он моложе меня немного. Ну, лет 50 с виду. Ну, вот как вы. Да, точно, что старый хрыч. Ну, а Олесю вы хорошо знали? Да вот с таких вот. У нее еще брат есть, Женька, старше. Он сейчас с бабушкой в другой квартире проживает. Спортсмен в прошлом. Спартакиады выигрывал. Всегда приветливый. Всегда поздоровается. Всегда... Нестор Иванович, да. Я прошу прощения. Я узнал, брат работает учителем физкультуры и живет на Таирова. На Таирова? Хорошо, спасибо вам, гражданочка. Да не за что, не за что. До свидания. Ну, на Таирова так на Таирова. Проходите. Сейчас я все уберу. Евгений уже знал о смерти сестры. Екатерина ему сообщила. Это же Бабич. Какой Бабич? Евгений Бабич, чемпион спартакиады УССР. По бегу на 800 метров. Подавал надежды, но потом пошли слухи, что стал выпивать, и его поперли из спорта. Присаживайтесь. Спасибо. Кто это мог сделать? Не представляю. Евгений, нам нужна любая информация за вашу сестру. Где бывала? С кем встречалась? Чем занималась? Вообще, она занималась кое-чем нехорошим. А конкретнее? Ну, у Олеськи был доступ к иностранной литературе и периодике. Она брала на дом тексты, переводила, печатала и продавала. Ну, а желающих почитать сейчас антисоветчину хватает. Сколько раз ей говорил, не надо, она... И, конечно, в Олеське деньги вводились, но ей все хотелось больше. Говорила: Леся, ты слишком рискуешь. Ведь люди, которые читают запрещенную литературу, они опасны. А кто ей заказывал переводы? Да если бы я знал, вот этими руками бы. А вот это вот не нужно. Поверьте, Евгений, мы сделаем все возможное, чтобы найти убийцу вашей сестры.
По номеру машины оперативники выяснили, серая «Волга» ГАЗ-24 с номером 1902 ОДВ принадлежит заведующему кафедрой научного коммунизма при Одесском институте народного хозяйства профессору Клепанову Владиславу Сергеевичу. Естественно, партийный, женат, двое детей. Также удалось выяснить, что Олеся Бабич – бывшая студентка Клепанова, и они поддерживали отношения. Вполне возможно, общение зашло дальше дозволенного, и девушка стала для профессора угрозой. Любовные отношения угрожали его карьере и семейной жизни. За глаза студенты называли своего преподавателя Клёпа. Это правда. Олеся моя ученица. А когда вы видели Олесю в последний раз? Давно, не припомню. Что-то случилось? Гражданин Клепанов, вы не на экзамене. Сейчас я задаю вопросы. Где вы были вчера вечером? Вчера вечером я ездил к матери проведать. А что случилось? Убита Олеся Бабич. Как? Как убита? Ее зарезали. В подворотне. Олеська. А что вас связывало? Вы были любовниками? С чего вы взяли? Неделю назад вас видели вместе, недалеко от ее работы. Мы виделись в перерыв. Это самый лучший перевод, который я когда-либо читал. Спасибо. Покажу московским товарищам, может быть, получится издать небольшим тиражом. Я полгода над этим работала. Хорошо, теперь к нашим баранам. Я тебе сколько должен? 32? Угу. Так, пожалуйста. Это было великолепно. Ты самая лучшая. Владислав Сергеевич, спасибо. Олеся, постой! Совсем забыл. Это тоже тебе. Спасибо. Олеся перевела английских поэтов 17 века. Это настоящий художественный перевод. Она донесла мелодику, настроение. Ну, хорошо. Давайте еще раз. Когда вы видели Олесю в последний раз? От вас ничего не утаишь. Дело в том, что Олеся переводила для меня не совсем разрешенную литературу. И я солгал вам, чтобы не впутывать девочку в неприятности. Владислав Сергеевич, вы мне многого не договариваете. Мне известно о вашем вчерашнем скандале. Дело в том, что я завтра читаю доклад по проблемам буржуазной философии у нас на институтском семинаре. И для подготовки к докладу мне необходимо перевести несколько десятков книг с английского. Я переживал, что Олеся не справится, и часть работы отдал другому переводчику, чтобы получить материалы вовремя. Олеся узнала об этом и страшно на меня рассердилась. Олеся! Олеся, подожди! Да подожди, я тебе сейчас все объясню. Уберите руки, я не хочу с вами разговаривать. Мы взрослые люди, но что ты как маленькая? Ты бы одна все равно всего не успела. Я бы 3 ночи не спала и сделала бы все вовремя. Олесь, ты молодая, красивая девушка, пожалей себя, ты высыпаться должна. Я решаю, спать или не спать. А где вы берете литературу? Сейчас объясню. Дело в том, что по старой дружбе зарубежную литературу, газеты, журналы мне передают мои товарищи из Института международных отношений. Для того, чтобы знать врага в лицо, так сказать. Угу. Понятно. А когда вы ушли от Олеси? Около 7 вечера. Владислав Сергеевич, ну я же не просто так подработку беру. Хочется и Одесса, и духи хорошие, и сходить куда-то. А на все на это, я так понимаю, нужны деньги. Ну да. Алло? Да, я дома. Куда? Я постараюсь. Давай минут через 30. Я подвез ее в центр, и она сказала мне, что спешит в кафе навстречу. А как кафе называется? Вот этого, к сожалению, она мне не сказала. Ясно. Постарайтесь в ближайшее время никуда не выезжать из города. До свидания. Всего хорошего. Оперативник Гусев направился в ближайшее кафе рядом с тем местом, где Клепанов высадил Олесю.
Он поговорил с персоналом, но ничего выяснить не удалось. А к Головину поступила следующая информация. Сосед Олеси по лестничной площадке 2 недели назад видел, как 3 ребят, лет 18 по виду спортсмены, угрожали девушке. Требовали, чтобы ее брат вернул им деньги за какие-то джинсы. Обещали расправиться и с ней, и с Евгением. Головин отправил оперативника к брату Олеси. Да дурак я, что вляпался. Я продал знакомым спортсменам 5 пар джинсов. По 200 рублей за каждую. А где джинсы взяли? Джинсами торгуете? Да вы что, нет. Друг попросил. Если б знал, никогда бы не связывался. Со слов Евгения, его друг ходил в море и привозил из-за границы фирменные вещи. Я на этом ничего не заработал. Просто решил помочь. А теперь вон, какие проблемы. Ну, а из-за чего конфликт возник? А джинсы оказались подделкой. Люди попросили вернуть деньги, а ему уже 1000 отдал. А он того в море. Тю-тю. На следующее утро Головину позвонили из кафе «Аквариум». В свою смену вышла буфетчица, которая вспомнила Олесю. Меня зовут Лита. А это я вам звонила. Вы пока присаживайтесь, я сейчас подойду. Спасибо. Скажите, Риточка, вы эту девушку видели? Да. Только знаете, она была не одна. Буфетчица Рита из кафе «Аквариум» вспомнила 2 девушек, в одной из которых узнала Олесю. Обратила на них внимание, потому что подруга нечаянно опрокинула на куртку Олеси мороженое. Рите показалось, что девушки знают друг друга давно. Со стороны можно было подумать, что они сестры или просто очень похожи. Подруга вручила Олесе дорогие духи, которыми та сразу стала душиться. По запаху Рита определила – духи Esté, марки Esté Lauder. У ее начальницы точно такие же. Когда девушки уходили, подруга предложила Олесе свой плащ, потому что пятно на куртке было довольно заметным. Вот еще. Та вторая прихрамывала. Прихрамывала? Угу. А она что, с палочкой была? Нет, ну, может, ногу подвернула. Угу. А как она выглядела? Светлые волосы, стройная, симпатичная такая. А они вместе ушли? Простите, этого я не заметила. Ну, спасибо, Риточка. Не за что обращаться. Очень помогли. До свидания. До свидания. Да ты что? Моя ты красота. Сама почистила? Вот умница. Вот молодец. Да. Ну, дай маме трубочку. Нестор Иванович. Да, Оленька. Да, ну ты же знаешь, как я люблю. Чтоб немножечко хрустели. Да. Все, давай, а то у меня уже слюнки текут. Скоро буду. Все, давай, пока. Нестор Иванович, это вы за бычки говорили? Да, с дочерью. Представляешь? Внучка сама мне бычки почистила, а? Ну как не пойти, а? Да. А у тебя что? Как улов? Серединка наполовинку. Да? Ну выкладывай. В общем, был я у моряка дома, никого не оказалось. Оставил повестку, ну, на всякий пожарный. А. Ну, а спортсмены, ты их нашел? Так точно. Сейчас расскажу. Так, закончили! Все подошли сюда. Вот они, асхазовцы. Ну, что они там натворили? Гусев сообщил, что 2 недели назад подопечные тренера угрожали Олесе Бабич расправой. А 4 дня назад девушку убили. Как? Сестру Женьки Бабича? Так точно. Так, что вы все делали 1 июня вечером? Ну, мы... Что ты мумукаешь, как корова? По словам тренера, 1 июня команда выезжала за город на спортивную базу. Можете проверить, там подтвердят. Мы обязательно проверим. Так, а что за история с джинсами? А, этот пес Женька решил развести мой молодняк. Он впарил вот этим переростком самопальные джинсы. Джинсы. Бестселлер 70-х в СССР. Стоимость пары доходила до 200 рублей при средней зарплате в 120-150. В свободной торговле джинсы не продавались, только у фарцовщиков и спекулянтов.
В 1974 году московская фабрика «Рабочая одежда» выпустила собственные джинсы. Тонкие, из серой хлопчатобумажной ткани с откровенно плохой фурнитурой. Покупать их никто не хотел. Неудивительно, что подпольные умельцы-цеховики воспользовались ситуацией и наладили кустарное производство джинсов. Центр изготовления в южных республиках и крупных портовых городах. А с чего вы взяли, что они были самопальные? Ну так моя мамка всю жизнь наш веке проишачила. Нормальные там были джинсы, шо вы вот это? Так, 20 кругов. Бегом! Я ж закрытыми глазами могу определить, какой шовчик на какой машинке сточили. Вот так, всех касается. Весело перебираем ногами. Весело! Бегом! Так что я настоящие левисы от самопальных как-нибудь отличу уже. В общем, поехал я на спортивную базу. Действительно, в день убийства они все были там. Да? Добрый день. Добрый. Я Парфенов. Мне вот записку оставили в заборе. Моряк? А почему не в рейсе? А почему я должен быть в рейсе? Я 2 года назад списался на берег. Работаю в доке, в порту. Да вы присаживайтесь. Спасибо. А Женьку... Женьку я уже год не видел. И джинсы на продажу вы ему тоже не давали. Это он вам сказал? Так, Парфенов, отвечайте на вопрос. Да какие джинсы? Я в море был всего раз. И вспоминать не хочу. Да. Хорошо. Оставьте свой рабочий номер телефона и можете быть свободны. Да Женька вечно что-то вляпается. И меня за собой. Вот. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Не, но этот Женька начинает мне нравиться все больше и больше. Слушай, Толя, поехали-ка к нему. Прижмем ему жаберки, а? Нестор Иванович, вы же собирались к дочке на бычки. Мои бычки, Толя, в отличие от этого карасика, никуда не уплывут. Так что поехали. Поехали. Женя, ты спишь? Тебе из милиции. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Оп, есть. Женя, Женя, Толя. Да, да. В скорую звони. Женя, Женя. Толя, и про бабушку сообщи. Алло, скорая? У нас попытка самоубийства. Да. Женя, Женя. Да. Ага. Ну, как будут изменения, позвоните, пожалуйста. Да, до свидания. Как там Женька? Пока без сознания. Да. Вовремя мы его. Как думаете, из-за чего он повесился? Пить надо меньше. Ты же видел? Он сам один бутылку водки вылокал. Давай мы с тобой, лучше Толя, помозгуем вот о чем. Олеся пришла в кафе с барышней. С которой они были похожи. Думаете, ее по ошибке убили вместо нее? Продолжай. Олеся надела плащ этой подружки. Из-за этого их и перепутали. Молодец, Толя. Так, и где мы теперь эту подругу найдем? А вот за нее, Толя, мы поговорим с Ниночкой, секретаршей. Уж кто-кто, она точно должна знать. Добро. В Одессе по улице Осипова ранним утром случайный прохожий обнаружил труп сотрудницы отдела перевода морского флота Олеси Бабич. Выяснилось, Олеся занималась переводом запрещенной литературы. Через несколько дней после смерти девушки ее брат попытался покончить с собой. Причины такого шага были неясны. Незадолго до гибели Олесю видели в кафе «Аквариум» с подругой. Девушки были очень похожи между собой. Перед тем, как проститься, подруга отдала свой плащ Олесе. Девушку могли убить по ошибке, перепутав ее с подругой. Были у нее
ее подруги. Ну, такие, знаете, совсем не похожие на нее. Одна высокая, как шпала, другая с ребенком дома сидит. А сестры? Про родственников не знаю, это вы лучше у Кати спросить. А где она, кстати? Катя? Да смоталась пораньше. Она каждый месяц ездит к своему больному дедушке в Грузию. Берет несколько дней за свой счет. А меня даже на картошку не отпустили. На один день. Ну-ну-ну-ну. Без фанатизма. Он не любит много воды. Катька же, она Вась-Вась с начальницей. Она ей каждый месяц вино грузинское возит литрами. А это Олеся? Нет, это Катя. Она красилась 2 года назад под блондинку. И на фото 2-летней давности их вообще не отличить. А как она в Грузию добирается? На пароходе? Их укачивает. Они на поезде ездят. На Адлерском? Да нет, по-моему, она на Бакинский взяла. СВ. Но это я случайно заметила. Откуда ж у нее деньги на СВ? Такая она богатая вдовушка, муж ее о-хо-хо наследство оставил. Он ее был старше на лет 30. Алло? Дуй в кафе. Покажешь буфетчице. Добро. Давай. Головин навел справки о Екатерине Масловой. И вот что узнал. Ее покойный муж Георгий Маслов был намного старше нее. Занимал должность директора Твеста столовых и ресторанов. Водил дружбу с местным криминалитетом. Он оставил Екатерине приличное наследство. Квартиру в центре, машину, дачу и, по слухам, немалые деньги на книжки. Маслов проходил по нескольким делам, но вышел сухим из воды. Большим другом покойного был известный правоохранительным органам подпольный цеховик Миша Арнаутский, талантливый портной, за что его прозвали Карден. У себя в подвальчике Миша отшивал мужские костюмы и женские платья. Потом замахнулся на джинсы. Он отсидел, 3 года назад вышел и залег на дно в Грузии. Когда буфетчице Рите из кафе «Аквариум» показали фото Екатерины Масловой, она узнала в ней подругу Олеси. До отправления бакинского поезда оставался час. Головин и Гусев поспешили на вокзал. Возьми сумку. Екатерина, вы далеко собрались? Толя, вон он, за ним! Стой! Дежурный, скорую! Мужчину, который ударил ножом Екатерину Маслову, удалось задержать. Им оказался ранее судимый Станислав Ломатин по кличке Ломоть. Из грузинского уголовного розыска пришел ответ на запрос Головина. Оказалось, никакого дедушки у Масловой в Грузии нет. Каждый месяц она ездила к Мише Арнаутскому. Там этот человек уже давно находился в разработке местных правоохранителей. В Мцхете он наладил подпольное производство джинсов, организовал широкую сеть сбыта. Из Грузии товар отправляли с проводниками поездов в Одессу, оттуда он расходился по всему Союзу. Катя выполняла роль курьера, отвозила Арнаутскому деньги за проданный товар. Сопровождал ее тот самый Ломоть, который ударил ее ножом на вокзале. Он всегда держался на расстоянии, чтобы их не могли вычислить. Когда к Кате зачастила милиция в связи с убийством Олеси, Арнаутский, не желая рисковать налаженным бизнесом, решил от нее избавиться. При обыске квартиры Кати оперативники обнаружили светлый парик и нож с остатками крови на лезвии. Экспертиза установила, кровь соответствует по группе резусу крови убитой Олеси. На рукоятке отпечатков криминалисты не обнаружили. Ну как вы, Евгений? Да полегче. Ну вот и славно. В общем, ситуация такая. В квартире Кати мы нашли нож со следами крови Олеси. Мы подозреваем, что именно она убила вашу сестру. Как? Да вот так. Она призналась? Вы уверены? Пока еще нет. А вы были у нее в больнице? Я хотел. Катя сейчас в тяжелом состоянии. Если выживет, будет давать показания. Понятно. Если нет, дело прикрытием. Припомните, пожалуйста, в последнее время у Кати были конфликты с вашей сестрой? Конфликты? Да. Да. Да, как я мог не вспомнить. В день убийства Олеси я слышал, как они по телефону ругались. Из-за чего конфликт? О чем они говорили?
Не помню. Я не расслышал. Ну и не для протокола. Скажите, Евгений, а почему вы решили покончить с собой? Я очень любил сестренку. Сглупил, конечно. Проявил слабость. Ну хорошо. Можете быть свободны. Спасибо. Что, еще не подохла? Убивать меня пришел. Ну давай, убивай. Ты же этого хотел. Хотел, а за тебя Олесю убил. Только что тебе с этого? Денег у меня все равно нет. А то, что ты подохнешь, а Олеськину смерть на тебя спишет. И делу конец. Руки вверх. Отойди от кровати. А что случилось? Я проведать пришел. Попался, голубчик. За два дня до задержания Евгения Головин пришел к Кате в палату. Ее состояние стабилизировалось, и она смогла отвечать на вопросы. Евгений не знал о том, чем занимается Катя. Она ему говорила то же, что и коллегам на работе. Ездит в Грузию к дедушке. За месяц до описываемых событий Ломоть предупредил Катю, что ее любовник догадался, чем она занимается, и в последнее время за ней следит. Судя по всему, он планирует в ближайшее время ее ограбить. Катя была вне себя, ведь почти полтора года она содержала Евгения. Ломоть предложил Кате убрать любовника, из-за него у них могли возникнуть проблемы. Катя отказалась от этой идеи, потому что в первую очередь подозрение могло пасть на нее. Но у Кати родился план, как наказать Евгения. У тебя новый плащ? Английский. Как тебе? Неплохо. Неплохо. Это все? Ты хоть знаешь, сколько я за него отвалила? 200 рублей, между прочим. Ты как из журнала. Обожаю этот запах. Я позвонила Олесе, выманила ее из дома. В кафе. Сказала, что подвернула ногу, и мне нужна помощь. Слушай, ну у тебя волосы как настоящие. Вообще не отличишь. Фирма. У знакомой морячки купила. Согласись, наши так не постригут. Это точно. Ну так что, ты с Женькой встретишься? Здесь на Осипова, недалеко. Да. Ой, это пятно? Смотри. А одень-ка мой плащ. Пример, давай. Хорошо. О? Ну, как я тебе? Слушай, как влитой. Слушай, а давай мы разыграем Женьку. Как будто бы ты, это я. А давай. Женька врет со смеху. Вот, надушись, принюхается, точно не угадает. Все, я побежала. Пока, пока, пока. А парик вы специально надели? Я вас не понимаю. Из-за парика буфетчица описала вас как блондинку. Поэтому мы не сразу поняли, что это вы. Парики сейчас в моде, и у меня в мыслях не было маскироваться. Ну, хорошо. А как попал нож в вашу квартиру? Его Ломоть принес. Вытащил из Олеси. Он следил за Женей и стал невольным свидетелем сцены убийства. Да он и сам обалдел от того, что увидел. Еще помню, бубнел. Я же говорил, надо его грохнуть. Я хотела подбросить нож Жене. Но так и не решилась к нему пойти. Вы вообще понимаете, что послали девочку на смерть? Я заигралась. Но я же не знала, я не думала, что он будет способен убить человека. Ну, рассказывайте, Евгений.
Как вам пришла в голову эта мысль? Случайно. Однажды Катя перед отъездом в Грузию ко мне забежала. Угу. Да, в этот раз я на день раньше. Жень, где мой кофе? Уже несу. Да, белизела. Вечером выезжаю. Да. Все, пока. Спасибо. Тебя проводить? Не надо, я сама. Дверь закрой за мной. Вот тогда ко мне эта мысль и пришла. Я следил за ней и понял, что в день поездки она идет по одному и тому же маршруту. А вы знаете, Евгений, что за вами тоже следили? Ну, рассказывайте, как произошло убийство? Если бы я знал, что это Олеся. Там темно было. Я видел только силуэт. И этот запах. Я уверен был, что это была Катя. Ударил раз, потом второй. И ничего не почувствовал. Так и не поняли, что убили сестру. Взяли сумочку и убежали. А дома? Нет. 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 Лучше бы вы меня не вытаскивали из петли. Ясно. Попал мимо цели. А отвечать придется по полной. Уведи его, Толя. Пойдем. Да. Алло, Оленька, уже еду, накрывай на стол. Да, буду скоро. Пока. Преступную группу во главе с Мишей Арнаутским осудили за незаконное производство, спекуляцию и хищение социалистической собственности. Арнаутскому дали 13 лет лишения свободы. Станислав Ломатин по кличке Ломать за покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и соучастие в преступной группе Арнаутского получил 10 лет. Екатерину Маслову за участие в группе Миши Арнаутского приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет. Причастность к убийству Олеси Бабич, которую Екатерина, по сути, отправила на смерть, прокурору доказать не удалось. Евгения Бабича осудили на 14 лет по двум статьям – убийство и покушение на убийство.